Следствие просит помощи в поимке педофила. Разыскиваемый напал на 10-летнюю девочку около полугода назад. Инцидент произошел в одном из подъездов Махачкалы. После долгих безуспешных поисков следствие обратилось за помощью к жителям региона. Поймать насильника тогда не успели, но камеры засняли беглеца. По кадрам видео и описаниям очевидцев удалось создать фоторобот педофила. Это человек среднего телосложения, рост порядка 170 сантиметров, темные каштановые волосы, светлое лицо. Всем, кому что-либо известно о мужчине, просят сообщить информацию в следственный отдел по Ленинскому району города Махачкалы или позвонить по номерам, которые вы видите на экране.